Значит, смотри, Юля, да, одеваем корсет медведя. Покажи еще раз, как ты его одела. Сняла и одела, да, вот. Таким образом, у нас немножко напрягаются вот мышцы плечевого пояса, да? Ну и ничего страшного. Также мы не постоянно работаем, а только вот короткий отрывок времени, да? Соответственно, когда мы потом снимем вот этот корсет медведя, да? Захват медведя, да? Мы уже сразу расслабимся. Но зато у нас расслабляется поясница. Так, сейчас вот так? Да. Теперь месим тесто. Готовимся пирожки делать. Прям старайся захватить и так немножко оттянуть его. Да, вот так прям. Вот, да, вот. Да, да, вот видишь, и растягивай, да, видишь. Полное ощущение, что как будто бы тесто, да? Вот, слава богу, позволяет количество жиров что-нибудь ему оттянуть. Да. Мне нравится, когда есть что-то. Да, ну вот. И теперь раскатывай тесто. Вспоминай, валик мы запускали, валик от поясницы. Нет. От, да, да, вот так вот, да. От позвоночника к периферии, к краю, да. Угу. Прям вал такой возьми и веди до конца. Мне надо записать поочередность. Сейчас я вам покажу.